А далі дізнаємося, чим запам'ятався цей день в історії. Я скажу, що в Україні відкрився перший центр по допомозі бездомним громадянам. Що і як це було, дивимось далі. Від зимових холодів чи не найбільше потерпають люди без визначеного місця проживання. Та є у Миколаєві місце, де безхатченкам надається допомога. Та не менш важливо – можливість повернутися до нормального соціального життя. 27 грудня 2001 року в Миколаєві відкрився притулок для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя. Заклад для чоловіків був розрахований на 50 осіб. З 2008 року його назву змінено на Центр реінтеграції бездомних громадян. І від цього моменту центр спрямував свою діяльність саме на повернення громадян до повного самостійного життя. Усі послуги мають індивідуальний характер, направлені на відновлення соціалізації та запобігають поширенню інфекційних хвороб. Тут допомагають людям відновити втрачені документи, влаштуватися на роботу тощо. Так, лише за 9 місяців 2017 року соціальні послуги, зокрема з тимчасового проживання, у центрі отримали 625 осіб. За 11 років роботи центру сюди звернулося по допомогу понад 3 тисячі осіб. Більше половини з них повернулися до нормального життя. Ну, як я вже казала, зараз більш детально поговоримо про діяльність першого в Україні притулку для бездомних. У нас ранковий гість. Отже, до нашої студії завітала Ольга Вострікова, директор Центру реінтеграції бездомних громадян. Доброго ранку, добре. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Отже, давайте більш детально поговоримо, коли, як відкрилися і з якою метою? Значит, по инициативе депутатской группы городских властей, по инициативе директора департамента труда и социальной защиты населения, вот уже 16-й год работает, 16 лет, работает центр реинтеграции бездомных граждан, рассчитанный на 50 человек. К нам обращаются люди, у которых нет крыши над головой, нет куска хлеба, нет одежды, нет документов. Это люди, которые находятся за чертой нищеты. Вот эти люди обращаются к нам, которым мы оказываем помощь. Почему всего 50? Тебе больше не можно? Ну, это было здание приспособленное. Это бывший был медвытрезвитель. Поэтому рассчитанный на 50 койко-мест, сколько вместилось мест, настолько он и открылся. Он был первый в Украине. Но хочу сказать, что у нас они, значит, какие функции выполняет центр. Центр предоставляет койко-место, трехразовое питание, одежду, обувь и помощь в восстановлении документов. Это в первую очередь паспорт, это помощь в восстановлении инвалидности, помощь в восстановлении трудового стажа, оформление пенсии или соцдопомоги с последующим оформлением в дом-интернат. Поэтому у нас идет поток народа, и они у нас не проживают, а проживают в зависимости от того, сколько им необходимо времени для осуществления их задач, которые они ставят перед нами. Тобто, які послуги надає ваш центр? Що можна отримати? Яку допомогу? Ну, я вам говорю, что это проживание, койко-место, трехразовое питание, одежду, обувь и восстановление документов. Так, через нас за 16 лет прошло больше 4000 людей. Из них 850 они получили паспорт. Во-первых, у них не было, вообще не было паспорта или были утеряны паспорта. Это люди, которым мы восстановили группу инвалидности, это 200 человек. И 190 из них оформлены в дома-интернаты. Поэтому к нам приходит очень много людей из мест лишения свободы напрямую. Они знают, что есть такой центр. Практически со всей Украины, зная, мы были первые на Украине, которые восстанавливали документы. Поэтому к нам обращались люди для того, чтобы в первую очередь помочь в восстановлении документов. А ось як відбувається взагалі, ну, така, ну, скажімо, реклама ось вашого центру? Як люди дізнаються? Наприклад, не всі, мені здається, можуть мати зараз телевізор і бачити, і знати про цей центр, от дізнатись. Як громадяни, чи допомагають, чи якось?
Во-первых, вот изначально мы развешивали объявления везде, где только можно. Это в электротранспорте, это на баках мусорных, на подъездах, по радио, по телевидению, в газетах была информация о работе нашего центра. Ну и плюс так называемое цыганское радио, которое вот наши бездомные узнают друг от друга. Поэтому, ну а на данный момент мы как бы очень известны и в городе, и в области. У нас где-то 30% это из других областей Украины, где-то 40% из других районов области нашей. Поэтому, понимаете, люди, которые нуждаются в нашей помощи, которые хотят ее получить, они обращаются к нам. А ось які умови проживання у вас в центрі? Чи є вони і які саме? Значить, люди, обратившиеся к нам, проходять, во-первых, для того, щоб к нам поступить, ми приймаємо людей тільки по медицинським показателям. Тобто для того, щоб к нам поступить в центр, обратившиеся к нам люди беруть направлення на обследование. Два аналіза треба – кров на РВ з заключенням кош-венодиспансера і флюорограму, для того, щоб предупредить інфекційні заболевання. Потом, значит, это буквально проходит они за полдня, эти два анализа. И поступая к нам, они проходят полную санитарную обработку. То есть купаются, им предоставляется чистая одежда, им предоставляется койко-место, чистое белье, кровать. И потом они поступают, их ставят на довольствие, трехразовое питание. И потом ими занимается социальный работник, который устанавливает им программу реабилитации. Они пишут заявление для того, чтобы мы их оформили к себе. На основании их заявления мы выясняем, что ему необходимо, с какого этапа начинается его восстановление. Есть ли у него паспорт, получал ли он его, какие у него есть документы. Потому что начинается восстановление документов у многих из установления гражданства, установления личности. То есть мы работаем с консульствами разных стран, делаем запросы, является ли он гражданином другой страны. Потом только мы начинаем уже восстанавливать ему паспорт гражданина Украины. Так что это очень длительный процесс, но в зависимости от того, насколько запущены его как бы дела. Таким... А что робити тим, якщо вони пройшли аналізи і вони невтішні? Значит, они тоже попадают в больницу. Мы являемся этим фильтром как бы для города. Люди, у которых есть... То есть вы помогаете, так? Если там треба влаштувати... Его тут же ложат в больницу. Если у него инфекционные заболевания, его забирает тубдиспансер или кош-венодиспансер, где он ложится в больницу, его там лечат, а потом они приходят к нам. То есть в какой-то степени мы выявляем больных людей в городе. Это одна из основных наших как бы, задач – это выявление инфицированных людей, которые иначе бы они просто-напросто бы, ну, не знали, что они больны, пока бы они… Ми розуміємо, ваш центр розрахований на 50 осіб, а ну, ми розуміємо, що в місті їх більше. Що, як? Чи є у вас інші якісь філії чи центри, де що розташовано, чи як? Ну, я говорю, що, во-первых, у нас йде поток цих людей. То есть люди у нас не постоянное место проживания. Угу. Они у нас получили услуги, одни оформляются в дом-интернат, другие создают новые семьи. То вы расформовываете их? Да, они уходят, то или создают, или в старые семьи восстанавливают связи. У нас, между прочим, вот по нашей статистике неполная, у нас родилось 16 детей. Это образовались новые семьи или вернулись люди в старые, то есть живут нормальной, полноценной жизнью. То есть шанс вернуться в нормальную жизнь дает наш центр. Вернуться в нормальную, полноценную жизнь люди, которые оказались в силу разных ситуаций за такой чертой несчастья, социальной изоляции. А що зараз взимку? Зараз період холодів. От, що як відбувається взимку, як ви їх до себе... Кто як приходит, взагалі, як відбувається їх захист? Во-первых, значит, согласно распоряжению городского головы, создано распоряжение, согласно которого с наступлением холодов будут работать 6 пунктов горячего питания. Это в 4 районах города, у нас и на Садовой.
и угол Плехановская и Садовая. Будут работать эти пункты горячего питания. Так подготовлен пункт обогрева. Это мера 2А. Люди, которые, ну, это пункт обогрева просто. Ну и у нас, я говорю, что у нас идет поток, у нас мы ложим людей в больницы, на это место ложим других людей. То есть у нас сейчас на 50 койко-мест, у нас, ну, зарегистрировано по центру 65 человек. То есть из 50 15 лежит в больнице. Потом снова тех ложим в больницу, на его место ложится другой человек. Так вот идет такая вот у нас карусель. Ну так, конвейер, я б навіть сказала. Да. Так, ну, допомоги. Конвейер допомоги, так називаємо. Да. А от чи можуть от глядачі, от я розумію, що влада там допомагає, чи можуть глядачі якось допомогти от, ну, таким людям, можливо, і вам допомогти в роботі? Нам дуже багато допомагає населення. Население помогает нам и вещами, и обувью. И точно так же они к нам направляют людей. То есть мы знаем, кто где, благодаря звонкам, где кто нуждается в помощи. Мы туда выезжаем, разбираемся с этим человеком, какая ему необходима в первую очередь помощь, то ли это ему нужно вызвать скорую, ему надо медицинская помощь, то ли он может к нам прийти. Но для этого, я говорю, надо ему пройти два анализа, это рентген и на РВ сдать кровь. Вот поэтому, вот, ну, хочу сказать, конечно, большую помощь нам оказывают предприятия. Вот мы финансируемся из местного бюджета. Но большую помощь нам оказывают предприятия, где есть неравнодушные люди, которые стараются нам помочь. Это, конечно, большое спасибо фирме «Влада». Поэтому у нас благодаря этой фирме у нас всегда на столе свежие овощи. Это фирма «Золотой колос», депутат областного совета Надежда Иванова. Вот каждый месяц нам дают крупы, постное масло, муку. Вот благодаря этому в 2017-2016 годах мы приготовили 1700 порций для пунктов горячего питания. Ничего себе! Вот. Поэтому говорю, что вот такое тесное взаимодействие и с властями города, то есть власти нас содержат, мы благодаря властям и созданы. Мы впервые на Украине были созданы, где посчитали, что бездомность – это очень серьезная проблема для города, для населения. Вот поэтому я говорю, считаю, что большое спасибо, что создали такой центр, а мы можем людям помочь. Давайте ще раз нагадаємо, щоб, можливо, телеглядачі просто зараз ще раз запам'ятали, де будуть центри обігріву, де будуть, ну, годувати, щоб, якщо побачить таких людей, допомагали, не були байдужими просто. Значить, міра 2А буде працювати з наступленням холодів, от це пункт обігріву, і пункти гарячого питання будуть знаходитися по городським територіальним центрам. Це Кузнечна 1, це, зараз я вам зачитаю, значит, Кузнечная 1, Металлурга 8, 12-я Продольная 50А, Шевченко 19А, ну, наша Круговая 47 и улица Садовая, угол Потемкинская, возле церкви. Будут работы с наступлением, естественно, холодов. Сейчас плюсовая температура, поэтому пункты. У нас пункт питания работает круглогодично. При центре реинтеграции люди, кто к нам приходит за направлениями, которые нуждаются в нашей помощи, они знают, что у нас можно покушать. У нас работает целый день кухня, они могут у нас покушать. И кто желает, может помыться, но для этого они должны сдать анализы. Что про это так? Да. У нас есть санпропускник, где они могут, отдельный вход, где они могут пройти, выкупаться, получить чистое белье, но только при наличии ответов, отрицательных анализов. Ну, треба пройти, ну, це обов'язково, і да. В них буде щастя. Да. Дякую вам за те, що прийшли, поділилися з нами цією діяльністю. Я думаю, люди, ну, які зараз слухали, не будуть байдужими, допомагатимуть таким людям.